Работники завода и жители города вышли на легкоатлетический пробег в очередной раз, доказав, что градообразующее предприятие «Химпром» – одна большая дружная и спортивная семья. Пробег «Зеленый старт» «Химпромгород» проходит в виде эстафеты. Забег от предприятия традиционно начинают химики, а далее к ним на центральных улицах города присоединяются и горожане. Эстафету открыли генеральный директор ПАО «Химпром» Сергей Науман и начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Екатерина Кощеева. Поздравляю вас от лица администрации с этим замечательным спортивным праздником, вашим традиционным днем. Он традиционно воспринимается нашими жителями как день города, это день химика. Поздравляем вас от души, желаем вам спортивных успехов, хорошего настроения, здоровья, любви и счастья в вашем доме. Ура! Участники спортивного мероприятия достойно пробежали свои дистанции, а болельщики на трибунах центрального стадиона с удовольствием поддерживали своих атлетов. В программу соревнований входили цеховые эстафеты среди мужчин и женщин, семейные эстафеты и самое зрелищное – перетягивание каната, где принял участие и руководящий состав «Химпрома». Мы в восторге всей семьей приняли участие на данном мероприятии. Спасибо большое «Химпрому» за то, что устраивают такие спортивные праздники для нас. Мы все счастливы и с удовольствием пробежались, получили заряд бодрости и хорошего настроения. Я очень люблю здоровый образ жизни, и как здорово, что «Химпром» проводит такие мероприятия. В экологическом забеге мы принимаем участие ежегодно. Также принимаем участие в спортивном мероприятии, в легкоатлетических забегах, в семейном забеге. Хочу поздравить всех жителей города и работников «Химпрома». Соревнования прошли очень массово и зрелищно. Все победители и участники получили заслуженные награды. Очередной традиционный праздник спорта удался. Елена Фирсова, Петр Куприянов, Руслан Иванов. Новости Новочебоксарска.